Добрый день, уважаемые покупатели! Хочу рассказать вам, чем классическая посадка комбинезона отличается от спортивной посадки. Пойдем сверху. Комбинезон оснащен высоким воротом для того, чтобы горло защищать от ветра. Также в спортивном комбинезоне есть широкий капюшон. Он съемный. Его можно снимать. И комбинезон выглядит вот таким вот образом. Комбинезон оснащен ветрозащитной планкой. Она на магнитных кнопках. Эти кнопки скрыты и не видны. У комбинезона продольные карманы. Они скрыты и застегиваются также на магнитные кнопочки. Силуэт комбинезона. Он приталенный, бедра в обтяг, брючины заужены. Удлиненные манжеты на брюках и на рукавах. Есть карман, он тоже на магнитных кнопках. Он очень объемный и удобный. Теперь переходим к классической посадке. Классическая посадка – это более свободная модель. Не обтягивает бедра. Брючины более расширены. Комбинезон имеет ветрозащитную планку на простых кнопках. Манжеты у этого комбинезона средние. Средние манжеты на брючинах и на рукавах. Комбинезон выделен рельефами для того, чтобы подчеркнуть талию. Здесь открытые карманы с открытым доступом. Они также очень глубокие, то есть в них можно положить телефон, ключи. Капюшон у этого комбинезона тоже съемный, то есть его можно застегнуть так, чтобы закрыть горлышко от ветра, и его можно снять и выглядеть вот так. Ждем ваших заказов!